В этом году тема сиротства и усыновления активно обсуждается в законодательных органах федерального значения. О том, какие изменения в этой сфере произойдут в ближайшее время, рассказали сенаторы Российской Федерации от Ивановской области Юрий Смирнов и Валерий Васильев на заседании круглого стола. Если законопроект о детях-сиротах примут, то сократится разница между усыновителем и усыновленным. Сейчас она составляет 16 лет. Это слишком много, считает сенатор Смирнов. Также он поддерживает идею увеличения единоразовой выплаты для усыновителей детей-инвалидов и детей старше 10 лет – с 13 до 100 тысяч рублей. Готовится еще ряд изменений. Что сегодня мы имеем? Состоялся суд. Он принял решение о том, что эта семья усыновляет ребенка. Ребенок уже об этом знает. Но решение суда вступает в силу только через 30 дней. И ребенок должен все это время находиться в сиротском доме. Естественно, это может нанести ему психологические травмы. Поэтому срок сокращен с 30 до 10 дней.